В Барнауле закрыли крупный торговый центр «Геомаркет». В средствах массовой информации сообщается, что помещение опечатано по решению судебных приставов из-за нарушений пожарной безопасности. Ранее собственникам здания было предписано их устранить, но руководство не уложилось в обозначенные сроки. Теперь работа торгового центра возобновится лишь после того, как все замечания будут исправлены. Напомним, в конце прошлой недели в торговом центре «Галактика» также из-за нарушений пожарной безопасности опечатали две детские развлекательные зоны – «Карамельку» и «Веселкино».